Всем привет. Вот так, вам было удобнее, а мне нет. Но правда, как я криво сижу. Ладно. Сегодня будем разыгрывать. Опять вторая часть. Ну, теперь. Я все-таки пытаюсь ее пройти, как вы знаете, до конца. Капкан. О, нажала. Почему у меня давно не было роликов на канале, кто ждал их? Да. В общем, потому что, ну, я не болела, просто у меня как-то настроения просто не было снимать видео. Я вот на нее сейчас смотрю, на ее бошку, на эту грянскую, и думаю, чем-то она тут недовольная. Ладно, пофиг. А почему? Вот. Когда я нажимаю на капкан, почему Грэнни не подходит к нему? М? Почему? Ладно, поехали. Не будем время тянуть. Я играю на изи. Без музыки, без ключей дополнительных и без темноты. Я не знаю почему, но я пока что думаю, что пока что хватит мне всего этого. Да. Тут мультик смотрю. Простите, если будет тихо, извините. Я просто правда специально не знаю. Так. Может, как-то планшет переменяю? Сейчас, секундочку, я попробую. Ой, не получится. Так, пересяду тогда. Хорошо. Первый день! И, кстати, можете мне задать какие-то вопросы про Грэнни, чтобы я их выполнила. Я не могу так нормально играть. Вы видите, как у меня все тупит? Может быть, у вас не тупит, но у меня все очень-очень тупит сильно. Ой, простите, ребят. Ой, гайка. Так. Я пальчиком тыкаю, простите меня. А зачем я гайку? Куда я бегу вообще? Так. Фу, как я устала бежать. Почему? Вот видите, у меня тут пальчик, и когда я вот нажимаю, допустим, сюда, да? Видите, у меня пальчик видно. Я не знаю, что делать. Давайте попробую сейчас пересесть вместе с вами, потому что... Ой, господи. У меня это приложение, через которое я снимаю. У меня просто планшет, а не телефон. Поэтому у меня не все приложения закачиваются, допустим, как какое-то приложение, через которое вы снимаете. Здесь. О, господи, что я сделала. Так, переворачиваем. Зачем она капкан поставила? Чтобы я попала, да? Я не попаду. Что вы знаете? У меня это приспичило. Где ты? Я тут, бабка. Слепая, что ли? Видите, как у меня все тупит. А зачем? Привет, Тетка. Тетки. Тедечка. Тедюшенька моя. И убегаю. Я знала, что я ее эту штучку уронила. В принципе, ничего на него нет. Давайте кинем гайку, заберем ее и побежим в другое место. Сейчас тогда подождем ее. Чуть-чуть. Вот. Теперь все нормально. Господи! Я тут сейчас не спускаюсь быстренько в другую сторону. Сейчас просто. Так, а молоток тут? Почему некоторые вот блогеры, да, которые просто обожают Грэнни эту играть, ну никак уж я.
Меня заставили. Ну просто как бы давно я видео не выпускала и думаю, блин, что мне сейчас на канал снять? Это такая, может быть, что-то снять про летние каникулы такое, что-то. Чем я буду заниматься? Ну я вам расскажу. Что... Так, ну вы что вообще что? Ну какой финиш? Ну вот. Так, куда они идут? Ну, подумаем. Все. Это я застряну в эту комнату. Боюсь, что она меня сейчас убьет. Куда я бегу? Ой-ой. Слушайте. Ёперный театр-то. Зинка-резинка. Честно, я просто сейчас просто тупо бежал. Мне сейчас все тупило. Вот смотрите, видите, у меня вот эта вещь в комнате. Я почему-то подумала, что это какой-то человек. Ладно, кидаем арбуз, как он упал хорошо, толстячок. У меня микрофон вроде включен, тут, нет, не вот на этой штуке он не висит у меня на одежде, просто у меня микрофон есть, который типа на планшете ставится. А сколько? А время сколько прошло? Так вот, напишите мне в комментариях, можете мне написать какие-то баги. Я буду их тестировать, эти разные баги, которые вы мне напишите. Вот, какие-то баги, в общем-то, пишите мне, чтобы я их тестировала. Можете написать мне... Короче, что-то про Гренни. Чтобы я это выполнила, я это легко сделаю, наверное. Тут зеленый ключик будет. Знаете, ключ от арбуза? А тут? А ну там уже что? В общем, надо арбалет открыть. Сейчас побежим. Здесь сухую чуть-чуть. Ой. Помните, я на первом этаже. Кинем ключик, чтобы Зинка сюда прибежала. А в это время мы пойдем в другое место. Сюда. Так, она где? Нет. Подождем сейчас. Так. Что ж там нету? Чего она такая медленная? Найдет вообще там или нет?
Думаю, сейчас она придет. Наверное. Вот она, вот она, вот она. Что будем делать с арбалетом? Пилюля. Ждем Зинульку, красотульку. Короче, сейчас я возьму арбалет, ее усыплю, возьму опять арбалет и за отверткой пойду. Откручу там, и там должен уже быть наверняка. Мне 2 минуты дастся. Так, сейчас мы... Все, Зинулька, красотулька. Спи 2 минуты. Быстро бежим. Сейчас я все сделаю быстро. Я знала, мазила я. Мне это не всегда получалось. Ты что? Тебя. Да ёперный театр. У меня время так-то идет. Почему она не берется? Да Господи Иисусе, возьмись, пожалуйста. Да ёперный! Блин, я только сейчас время в курсе потеряли. Мы с вами сейчас время потеряли. Во! Место. Берем отверточку. Бежим. Ох, я как конкнула. Четко. А что я так побежала? Блин, тупик. Все тупик. Я теперь такая радостная. Почему я там арбалет кинула? Праздник сейчас откроем. Босс. Зеленый ключ. Почему ключ тихо? Ладно, какая ключ же. Только не говорите, что сейчас в сейфе будет лежать красный ключ. Опа, скажите. Короче, если она меня сейчас просто убьет, все, заканчиваю видео. Все, она меня сейчас убьет. Все, сидим и ждем бабульку. Ждем. Сейчас я много успела сделать, да? Всего. Мне осталось найти молоток, красный ключ и синий ключ. И все. Ну, я имею в виду еще отколоться штуку вот эту вот. Гайку. Зеленый ключ от домика. Вот она приперла свою задницу. Че ты ко мне подошла? А, я туда кинулась. Все, короче, я вылазю, ребят, и прощаемся на этом дне. Потому что мне так кажется, что уже все. Так, 14 минут, четко, блин, сейчас я не успею, даже видео не сможет отправиться, хотя оно уже отправилось. Всем бай!